Сейчас прикинь, Гранд Чероки еле достали отсюда. 50 попыток он совершил. Это шок. Давай, давай, давай! Вы криком его вытолкнули, пацаны! Тут всеобщее сумасшествие сейчас будет, посмотри! Так, покушали. Ребята тут нормально подготовились. Сегодня коллектив серьезный. Проверенное место. Едем. Едем как положено по правильным местам. Ну, это начало. Сейчас будет. Тут добавились новые автомобили. Toyota, вон я вижу. Джип Чероки сегодня будет на 35-х триподорах. Короче. Места четкие. Так. Гранд Чероки уже застрял. Создал пробку. Создал пробку. Но мы сейчас будем пробовать объехать. Дельфин с той стороны пытается. Но с той он не проедет. С этой можно пробовать сейчас. Это Саня нашелся. Хочет, чтобы его намотало на колесо. Спасает Гранд Чероки. Запорожец тут проезжал. Не-не-не-не. Да, Гранд Чероки тянут до сих пор. Ему тут сложно, конечно. Ему тут сложно, а нам нет. Руслан налегке, конечно, на своем мегауазе. О, давай, давай, Руслан, там отлично. Да, если бы не блокировка. Ух ты, сейчас еще и засесть можно. Да, я здесь на УАЗе когда-то сидел. Тут болото знатное просто. Мое тоненькое колесо по сравнению с Руслана сразу ушло полностью под воду. В муляку эту. Как Руслан сейчас хочет выехать? А, вот. Сейчас у Руслана крестовина сломается. Проехал налегке, вообще здесь без затруднений. Так, вода за неделю упала, друзья. Достаточно прилично. Это не значит, что легче, наоборот, тут такая получилась. Более сложная консистенция. Стой! Стой! Стой!
Видите, дождь по часам, как обещали, так и идет. Должен через пару часов прекратиться или через час где-то. Макс, а что ты имел в виду, когда сказал настоящий Nissan Patrol? Это... Я это имел в виду. А-а-а. Дворниками надо было. Раньше работать? Да, Grand Cherokee там не заедет, это я вам точно могу сказать. Там траверса. Там траверса внизу, Саня, он не заедет. Траверса коробки. И она... За нее всегда цепляешься. Я просто знаю, у меня такая машина есть. На ней сложно очень передвигаться. Без специальных шин. И траектории правильной. Вон едет Чероки, которая я обещал вам на 35-х триподорах. Но это красавчик, конечно. Такой у нас ассортимент машин. Просто нереальный. Их все больше и больше, разнообразие растет и растет. На колею пусть наедет колесом вот сюда. А, он там не поедет. Вообще туда не надо было ехать. Крис тоже, если бы ехал прямо, проехал бы. Не-не-не, ё. Назад едь дальше. Давай, давай. Макс, еще давай. Он не выйдет на него. Стой. Попробуй, попробуй в ту сторону. Не-не-не. Чего не-не? Да-да. Колея уже там, шины ж не... Стой! Стой! Там сзади машины. Такое начало веселенькое. Прям объехал, проехал. Патрол у Криса уже такой, как после бомбежки. Там уже и Хайлюкс прилип. Короче, весело сегодня будет, я чувствую. До заката будет рубилово. Все, все, едь сюда. Ёханы бабай. Красиво. Все. Не, не все, посмотрите, он ездит все равно. Может пробьет. Вот и солнце уже с дождем вместе. Давай, Том. А, хорошо. А, стой, стой, стой. Тебе надо было ехать. Стой, все, сейчас подожди. Так, Павло. Давай толкнем. Да не, мы не толкнем его. Павло пошел по... По-жесткому. Аж солнце вышло. Саня тут красиво едет. Какой-то турист. Ну на эту неправильно вообще так. Там нет крюков. Ну такая машина. Шакал надо большой, и большой шакал пропустить. Есть шакал у него? Нету, наверное. Отойди, ты закрыл экран, елки. Сколько у тебя подписчиков? Подписывайтесь на мой канал. Сколько у тебя подписчиков? Ну, мало, чуть-чуть. Отойди, значит. Ну, пусть смотрят. Да, нормально видно. Подожди, подожди. Да, начинай. Thank you.
как через блок. Чуть-чуть еще, Саш. Да, он тут упал, конечно, не в тему. Он опять сядет на ту же тему. Приезжал бы раз два года еще, ты знал бы тогда. Вообще бы никого не знал. Да конечно, ты что, тут уже новых людей нормально живет. Стоп! Блин, не успели. Медленно кричали мы, понял? Медленно кричали. А все уже, он не выйдет уже. Слышишь? Когда есть такие машины, в движухе, то всегда весело, блин, ты понимаешь? Вот прикинь, чтобы все проехали, как на моей, и все, и что тут смотреть? Да. Это почти как КРАС, только болел. Саня, отойди, я снимаю все время типа твои подтяжки красивые. Что на них написано, кстати? Саня, красавчик. Смотри, смотри. Да это не так укачает пилота, вы что? Что делать? Подожди, 35-е колеса на Чирокезе. Такого еще не было в истории оффроуда. Стой, стой, стой. Там уже мост, наверное. Да нет, ездит пока. Ровно едь, не надо туда, просто едь, Саня. Тут Запорожец проезжает вообще. Серьезно, что вы смеетесь? Нива едет. Говорю, прошлой неделе тут Запорожец проехал. С незаваренным дифом, кстати. Да прямо едь, ну зачем? Прямо едь! Да шо, не знаю. Скажи, что продавал, выставлял продажи. Так шо, Макс, вытягиваем туда? Так толкнуть, давайте толкнем. Куда, назад, в болото? Ну а что делать? Сань, скажи, что продавал здесь. Да, все. Макс, продавай тут. Он еще ее не убил, подожди. Да не, он всегда нежно с машинами обращается, он никогда не ломает. Так, едет топовый внедорожник мирового автопрома. Андрюха, сейчас топовый едет, сейчас всех унизит. Два даже, там еще белый дальше. Да, я пробегу перед тобой. Давай, осторожно только. Сильно не мелькай в кадре. Ну куда? Сюда! Все, заезжай. Нива, конечно, это реальная машина мечты. Видели? Все. Теперь патриот. Сюда, блин. Нет. Прямо, Егор, прямо едь. Прямо едь, прямо просто едь, прямо. Блин. Не, надо заскочить. Заскочить надо. Не. Тихо, отойди. Не. Назад отъедь. Назад. Не, надо назад, наверное. Скажи ему, брат, не дураться. Так, тут лебедят опять. Попробуй, может, сюда. Ровно поставь.
ступеняка просто уже такая, что... А запор здесь заскочил на той неделе, но он как-то между колеи. Ё-моё. Как это опасность? Где он? Упал в грязь. Как упал? Ёханы баба. Макс, береги машину. И на ней людям еще ездить. Да. Не. Так, что он тут лифтанул, что-то. Новые амортизаторы вижу. Первая лужа очень тяжелая. Куда ты, Макс? Макс, вернись! Макс, вернись! Да вижу, блин. Сука, бородач! Стой, Павло, стой! Ты такую скорость не развивал с 73-го года, блин. Павла обрызгал. Слепой дебил, блин. Павло говорит. Как ты можешь так слепого называть? Это святой человек, он по воде ходит, блин. Быстрей, Павло, ёханый бабай. Из-за тебя пробка тут. Павло, быстрей. Лепётка все. Павло, давай. Какая-то у тебя походка уже такая деформированная. Курва слепая. Курва слепая. Говорит, у меня самое офигенное место. Что надо с ним взять? Спарта! Стой, стой, отойди. Саня, отойди, Саня, отойди. Макс, сядь. Давай подвинься чуть-чуть. Блин, такой кадр был. О, они там свернули сейчас. Свернули, говорят. Давно. Очень давно. Ну капец, ну капец. О, надо просто раскатать. Все, сейчас уже выскочу. Охренеть вообще. Да. Да, Павло. Помылся нормально. Караси, наверное. Блины. Вернули. Бросай лин, да? Позабрасывай их назад. Рыба есть. На мой аквариум. Слушай, вот какая-то модная машина. Кто это едет? Леха, привет, это ты? Да. Не застрянь же тут, дорога сложная. Все застрянут, я. Жека, ассоциация, говорит, как перед поездом стоишь. Точно, как перед поездом. Что тут с клиренсом? Ну, клиренс в порядке, конечно. Просто все такое, блин, массивное, огромное. Да, крутой аппарат, конечно. Да, тут Гранд Чероки всех задействовал в работу. Уже и Тойота работает. И вторая Тойота.
сложная траектория. Да, такими темпами к гольфброду мы через неделю попадем где-то, да? Оно после этой лужи отсеется. Это просто жесть. Раскатали мы тут первую лужу. Очень не по-детски. Тут еще и ИФА едет. Очень уверенно. Просто колеса большие, поэтому проблем нету. А я тоже боялся. Колеса тут как. Я думал, все, мост оставляется. Так, ладно. Да. А ну скажи, проедет тут Запорожец, как конечно. Ты думаешь? Он не выскочит сюда, Руслан. На Запорожце нет? Не, ему на вот этим уже попасть, только оттуда надо. Да, кстати, смотри. А он сегодня не через гольфброд, если переплыть, то есть, да? Да, да. Там вообще на свадьбе. Босс, издалека команда. О, видишь, видишь, только из тебя еще левее надо. Попасть надо на вот тот, конечно. Сложно. Не-не, там накопано. Вот, вот эти две. Вот эти две. Да, вот где Вова? Да, правая вот здесь, левая вот там. Ты должен выскочить вот сюда, вот так и вот так. Вова, Вова, Вова. Что делает безлошадное с людьми? Ранчероки продолжает. Там, где начал, там и заканчивает. Какая интересная машина. Во-первых, смотри, все время возле лагеря. О, там хорошо. Не, там уже он не проедет. Это я вам точно могу сказать. Разве что ровно рули все блоки. Там левая сторона. Там я еле выехал только что. Ты не видел? Я проехал, да? Еле-еле я там проехал. Раза три вперед-назад делал. Ну, конечно, вправо надо было. Миша. И сюда заезжаешь, смотрите, по вот этим двум спускаешься и вправо, вправо сразу. Да, да, сразу, причем... Я не слышал вот такого человека с таким внешним видом советов. А что со мной не так? Паша. У бомжа там прийти сказать, я бы хотел пройти. Ну грязь попала, ну ездят тут всякие, блин, бросаются. Так, все, я не хочу тебя слушать. Вообще рыбак, он здесь просто рыбу. Бодя, Бодя, ровно руль пусть поставит. Ровно и пробивает вперед просто. Ровно туда-сюда, да, только такой вариант больше. А теперь пробуй ровно. Уже вариант застрял. Смотрите, ехать надо было. Смотрите, где надо было ехать. Ну, елки-палки. Вот тут надо было ехать, он просто не туда поехал. Смотри. И вправо, вправо сразу, резче, раньше. Это он для Запорожца показал, как ехать. Это по лайту. Запорожца берите за ручки. И несите. Не,
разогнать. Давай, запар, давай! Сейчас прикиньте, Гранд Чероки еле достали отсюда. 50 попыток он совершил. Это шок. Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай! Вы криком его вытолкнули, пацаны! Тут всеобщее сумасшествие сейчас будет, посмотри! Смотри, 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 он опять. Это жесть вообще. А Тойоты надо вытаскивать этими. Ифой, блин. Смотри, Маш, Маш сейчас поедет. Да поедет сейчас, ты видишь, он целится, как запорожец, запомнил дорогу, понял? Не, ну блин, как вот это, туда не, выскочил и колесо в воздухе. Ну в воздухе, а шо ж, ход подвески ж небольшой. Ты живой? Не-не, он включил заднюю. Макс включил заднюю. Так, Тойота, Тойота с трудом тут выезжает, вода упала сильно за неделю. Да, это жестяк. Четко было, конечно. Что ты скажешь, Павло, насчет запорожца? Вернулось у тебя уважение к этому бренду или нет? Павло? Тойота, Тойота. Ну, шансов. Шансы есть, но... Есть шансы, да. Красавчик. Молодец. Молодец. По следам запорожца, да, в натяжку с трудом. Будет равняться многим внедорожникам. Да, вот он. Он красавчик. И пилот опытный, ты видишь, как он чувствует? Ага, где траекторию. Надо спутать, да, где на, по траектории. Посмотри на эту банду, как красиво сейчас бы с квадрокоптера, прикинь, снять, эта армада это едет. Смотри. Блин, на лобовое попал. Котлета одна. Ух ты, бомба поехала. Бомба поехала. А он там не проедет. Там, там запорожец накопал, он там не проедет. Серьезно тебе говорю. Он назад уже тоже не выйдет. Все, елки-палки, Паша, как ты, где твой унемог? Паша, Паша, а мог ты на унемоге всех тут наказать, а? Да. А приходится вот это сейчас за лебедой лезть или подгонять Ифу, чтобы тебя вытащила. Просить о помощи. Не, ну вы тоже недалеко заехали, но. Паша чуть дальше заедет. Да нет. Мы же еще едем. Руслан говорит, что нет, мы еще едем. А точно включено полный привод?